это поучительное видео для тех, кто не знает, какие плюсы от 20-литровых экспедиционных канистр. Вот смотрите, канистра, мало того, что она удобная, вы ее можете возить с собой как угодно, куда угодно крепить, но смотрите, еще какой интересный девайс идет внутри канистры для заправки. С двумя отверстиями, через одно заливается солярка, через второе выходит воздух. Да, вот смотрите, как очень удобно для залива. И вот посмотрите, спокойненько заливается. Ты, блядь, не можешь спокойно вот это вот. Короче, такая классная вещь. Оставь нам.